Пьяный Амич убегал от полицейских и попал под машину. В соцсетях обсуждают происшествие, которое произошло накануне в день ВДВ возле телецентра. Нетрезвый мужчина в одних плавках, очевидцы приняли его за десантника, устроил настоящий перформанс. Шумел, зачем-то пытался пробраться за ворота телецентра и приставал к прохожим. Подойди сюда. Нет. Все вдвоем. Не бойтесь. Я сказал, не бойтесь. А мы я их догоню, ребята. Я догоню вас. Давай. Как сообщают омские СМИ, охрана вызвала полицию. И, по словам очевидцев, дебошира около 10 минут уговаривали сесть в патрульную машину. А он то ругался, то кричал «Слава ВДВ!», а то и просил его отпустить. Мол, сегодня праздник, и он просто немного перебрал. В итоге дебошир решился на побег и бросился через дорогу, но далеко не убежал. Его зацепила проезжающая мимо машина. Это слегка отрезвило Амича. Полицейские наконец-то смогли усадить его в машину. Теперь нарушителю грозит штраф за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.